Добрый день, уважаемые телезрители! С вами вновь в эфире программа «Здравствуйте, доктор» и ее ведущая Наталья Придко. Сегодня мы будем говорить об аритмиях, нарушениях в работе сердца, значительно ухудшающих качество жизни людей. Сегодня в программе «Несогласованность сердца». Что ощущает человек, страдающий аритмией? Описывает как провалы, пульсация в голове, какие-то слабость, головокружение. С трудом уловимая болезнь. Какие старые и новые методы диагностики помогают выявить аритмию? Она может быть имплантирована под кожу. Специальный такой маленький кардиограф. Он размером с хорошую флешку. Лечить консервативно или радикально? Чем больным аритмией может помочь современная медицина? В Беларуси впервые была выполнена фокусная криокатетерная абляция. Аритмия – тема сегодняшнего выпуска. Какие же причины приводят к нарушению сердечного ритма и проводимости? Что чувствует человек, страдающий аритмией, и чем ему может помочь медицина? За ответами на эти вопросы обратимся к гостю нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день. Гончарик Дмитрий Борисович – сотрудник лаборатории нарушений ритма сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология». Кандидат медицинских наук, доцент. Так что же это такое аритмия и каковы ее причины возникновения? Аритмия – это очень широкое понятие от безобидных, просто, скажем, меняющегося частоты сердечных сокращений, в том числе связанные с фазами дыхания, то есть это абсолютно нормальная ситуация, либо каких-то, когда эмоциональное воздействие приводит к выделению адреналина и повышению частоты сердечных сокращений. То есть как бы люди могут ассоциировать это с какими-то плохими, якобы опасными нарушениями ритма сердца. И таких, например, более половины обращений к врачам, терапевтам и кардиологам с якобы имеющейся аритмией. Но, с другой стороны, есть реально жизнеопасные нарушения ритма сердца. И здесь тоже существует другая крайность. Люди годами, иногда десятилетиями имеют нарушение ритма сердца и не обращаются к врачам-специалистам. Там тоже есть свои градации по степени сложности и по степени опасности реальной для здоровья. Есть аритмии, которые вызывают много симптомов, но реально жизнеопасными не являются. Есть те, которые могут случаться один раз в 5-6 лет и несут с собой высочайшую угрозу для жизни. А все-таки что лежит в основе причины возникновения? В основе лежит несколько факторов основных. Это могут быть генетические факторы, то есть то, что передается из поколения в поколение. Это могут быть врожденные факторы, с которыми человек родился, но они не передаются из поколения в поколение. Поэтому синдром ВПВ, он не обязательно передается из поколения в поколение. И это могут быть приобретенные факторы, связанные с перенесенными заболеваниями. И для самой частой аритмии, это фибрилляция предсердия, это обычно образ жизни, который ведет человек. То есть у него есть артериальная гипертензия, он ее не лечит. И потом, 10 лет спустя, не леча артериальную гипертензию, он имеет фибрилляцию предсердий. И иногда удивляется, как это так вот. За эти годы тяжелая артериальная гипертензия, плохо леченная, приводит к необратимым изменениям в камерах сердца, в том числе и в левом предсердии, что является фактически причиной фибрилляции предсердия, но когда эта ситуация возникает и эти срывы становятся достаточно частыми, устранить субстрат, то есть первопричину фибрилляции предсердия, уже у большинства больных радикально не удается. Ну а вот скажите, пожалуйста, в практике врача-кардиолога, какие наиболее часто встречающиеся формы аритмии, которые подлежат коррекции, с которыми работает врач-кардиолог? Есть аритмии, которые можно выделить из наиболее часто встречающихся. Это экстрасистолия, которая есть практически у каждого здорового человека. Небольшие участки, заложенные в процессе формирования сердца, они иногда дополнительный удар создают. И люди чувствуют это как переворачивающееся что-то внутри, замирающее. Если это происходит нечасто, то это человека обычно не беспокоит. Э,
Экстрасистолии считаются относительно легкими аритмиями, которые редко угрожают здоровью и жизни человека. Некоторые пациенты ходят с достаточно большим количеством желудочковых экстрасистол, одной из видов аритмии, и это никак они клинически не проявляются. То есть каждый второй удар сердца является у них аритмией, и они, находясь у нас на приеме, это не слышат и ничего не описывают. Некоторые пациенты даже при единственной, одиночной, редкой экстрасистолии описывают как провалы, пульсация в голове, какие-то слабость, головокружение. Но кроме экстрасистолии, аритмология насчитывает больше десятка других видов нарушений сердечного ритма и проводимости. Аритмии рознь. У нас есть большое количество разнообразных аритмий, и при каждой аритмии в сердце происходят свои какие-то патологические процессы. Отличать одну аритмию от другой – дело специалиста. А вот что нам действительно нужно, так это запомнить те симптомы, которыми сопровождаются нарушения ритма. Есть, допустим, тахиаритмии, когда в основе процесса лежит ускорение сердцебиения, повышение частоты сердечных сокращений. Есть брадиаритмии, когда вот нарушается проведение или через определенные физиологические процессы, авеузел, нарушение образования импульса в синусовом узле. И тогда у пациента снижается пульс, уменьшается частота сердечных сокращений. Многие пациенты описывают это как слабый пульс, ослабленный пульс, большие провалы. Главный признак аритмии – быстрое равномерное сердцебиение. Впрочем, иногда сердце напротив, как будто замирает и стучит неравномерно. Человек может ощущать что-то похожее на удар, сердце как будто переворачивается, больному не хватает воздуха или становится страшно. Но самый опасный симптом аритмии – это потеря сознания. Чаще всего потери сознания связаны или с такой тахиаритмией, когда очень быстро проводится возбуждение при сердце на желудочке, и желудочки сердца работают с большой частотой сердечных сокращений, больше 200. Тем самым снижается объем выбрасываемой крови в круги кровообращения, ухудшается кровоснабжение головного мозга, и это проявляется потерями сознания. Также и низкий пульс, брадикардии, брадисистолия – это все может быть тоже, когда проявлением потери сознания. Любой случай потери сознания, не имеющий явного объяснения, обязательно требует внимания врача. Я порекомендую людям не заниматься самолечением, а обращаться к врачам, дообследоваться и проводить определенную полноценную коррекцию лечения. Я напоминаю, тема нашей сегодняшней программы – аритмия. И с гостем нашей программы, Гончариком Дмитрием Борисовичем, мы говорим о лечении и диагностике этого заболевания. Дмитрий Борисович, естественно, самый важный, конечно, вопрос в диагностике. Вообще, как диагностировать это состояние? Ведь оно же, как мы уже поняли, не постоянное. То есть оно бывает эпизодически. И поэтому наверняка человек пришел к врачу, и в этот момент у него все благополучно и все в порядке. И это можно, как вы говорили, списать, в общем-то, на какие-то другие состояния. Вот все-таки что важно в диагностике аритмии? Безусловно, технологический прорыв, который связан с компьютеризации и ростом уровня технологий, он привел к тому, что наша специальность аритмология, она за десяток последних лет сильно выросла. Да? И если раньше была доступна только обычная кардиограмма в большинстве лечебных учреждений, в том числе Республики Беларусь, и не только Республики Беларусь, да? Хотя на ней тоже можно найти очень многое у многих пациентов, да? То сейчас это системы длительного мониторирования кардиограммы. То есть человеку можно повесить кардиограмму, которая будет сниматься сутки. Иногда несколько суток. Да? Есть продленные мониторы, которые будут писать до недели. И есть ситуации, когда у человека случается аритмия крайне редко, например, раз в полгода. Шансы поймать ее на холтере понятным причинам составляют ничтожный процент. Могут быть имплантирован под кожу специальный такой маленький кардиограф. Он размером с хорошую флешку, на которой два полюса, он пишет однополюсную кардиограмму, но на этой кардиограмме видны РП-зубцы, стандартная кардиограмма, в проекции которой примерно соответствует там, второму отведению кардиограммы. И он может носить такой монитор до трех суток, до трех лет, прошу прощения. А теперь сначала.
первое, что надо сделать, это сходить или в поликлинику, или вызвать скорую помощь для снятия кардиограммы. Потому что даже одна кардиограмма может тактически изменить диагноз и тактику ведения пациента. Следует знать, что эффективная кардиограмма – это кардиограмма, снятая прямо в момент срыва ритма. Так что при появлении знакомых симптомов срочно вызывайте скорую помощь, желательно кардиологическую бригаду, которая может повести словить вашу аритмию на ЭКГ. Если на кардиограмме никаких нарушений ритма явных не зафиксировано, но пациент продолжает рассказывать про нарушение ритма постоянное, то мы рекомендуем выполнение такого исследования, называется суточное мониторирование ЭКГ. На сутки вешаются электроды, фиксируется кардиограмма, и мы определяем, какие нарушения ритма есть. Несмотря на все это, иногда не удается установить причину. И приходится делать инвазивное исследование. То есть внутри сердца вводятся специальные электроды, сердце стимулируется из разных зон, и только тогда удается сорвать, что за аритмия, которая происходит у пациента. Удалось диагностировать. Проведена большая работа, это не всегда получается сразу. И теперь стоит вопрос лечения. Все-таки какие методики и какие возможности существуют у кардиологов на сегодняшний день? Иногда достаточно успокоения. То есть, это очень важный момент, когда врач-специалист говорит человеку с экстрасистолией, которую он из года в год делает суточные мониторы, там сегодня 23, завтра 124, экстрасистол начинает их считать между собой. И основной причиной, ты понимаешь, является тревожное расстройство пациента. Эти экстрасистолы просто, он очень сильно чувствует. Ты говоришь ему как специалист, ты не умрешь от этих экстрасистол. И он исчезает на 2 года, потому что ему сразу стало легче. Ему даже не нужен прием никаких вообще препаратов вообще. Если это действительно проблема, та же экстрасистолия, либо нарушение ритма сердца, существует широкий арсенал лекарственных препаратов, которые назначают врачи-специалисты, и разные аритмии лучше реагируют на определенные лекарства. Большинство антиаритмических препаратов носят такой косметический характер. То есть пока пациент их принимает, мы можем бороться с этой аритмией, устранять ее симптомы, улучшать качество жизни пациентов. Как только он прекращает их принимать, аритмия возобновляется. Есть определенные виды аритмии, возникающие после 50-60 лет и связанные непосредственно с органическим заболеванием сердца, то таким пациентам мы, как правило, рекомендуем пока постоянную медикаментозную терапию с контролем эффективности лечения. Человек должен научиться жить с этой аритмией. Он не должен сидеть ежедневно, ежеминутно ждать срыва ритма или какой-то экстрасистолии. То есть он просто должен научиться с этим жить, должен научиться купировать эти какие-то проявления, постоянный прием препаратов. Но есть пациенты, у которых эта аритмия срывается и восстанавливается, и причиной является синдром слабости синусового узла, например, когда основной водитель ритма сердца работает слишком медленно. Имплантация кардиостимуляторов таким пациентам. Она избавляет их, например, от симптомов потери сознания, потому что она бьется быстро, потом она восстанавливается иногда самопроизвольно. И очень редкий ритм, 30-40 ударов, но то ли большие паузы, человек теряет сознание. Если доктор предлагает имплантировать кардиостимулятор, то это нужно сделать. Если проводить параллели с больными желудочками нарушения ритма сердца, то мы тоже впереди, например, большинства стран СНГ в этом направлении, да, и государство с пониманием относится к тому, что есть люди, которые теряют сознание там, раз, два, три года, но им нужно такое устройство, потому что следующий приступ потери сознания может быть для него последним, да. И это устройство реально спасает ему жизнь. Оно стоит, ничего не делает, кроме того, что следит за ритмом постоянно, круглосуточно. Случается быстрое сердцебиение с частотой в районе 250-300 ударов в минуту, он даже не успеет вызвать скорую помощь. Он не может дойти в этом состоянии до телефона.
Он практически может потерять сознание сразу. Оно само установит, что это очень быстрый ритм. Подает зарядку устройства до определенной энергии. Оно носит разряд и восстановит ритм полностью самостоятельно. Золотым стандартом лечения некоторых видов аритмий сегодня является радиочастотная абляция. Пациент находится обычно в сознании. Вся процедура проводится под местной анестезией. Вводится внутрь тела пациента, внутри сердца, несколько проводов, управляемых на конце, как хвост скорпиона, она может вращаться и принимать определенную форму. И мы снимаем кардиограмму с внутренней поверхности сердца. Это отображено на мониторе, там целая линейка кардиограмм идет. Высокие технологии позволяют нам, снимая кардиограмму с многочисленных точек сердца, определять, где этот участок расположен. После этого один из электродов, он имеет на конце такой разогреваемый элемент, он примерно разогревается до 45-60 градусов, в зависимости от технологии, использующейся, да? И он подводится к очагу аритмии, нажимается педаль на аблаторе, и он разогревается, и он коагулирует ткань. Проще говоря, участок аритмии прижигается и не может больше нарушить нормальный ритм работы сердца. При некоторых видах аритмии такое лечение иногда обеспечивает 100% выздоровление. Есть места в сердце, которые дают аритмии, и они прилежат в непосредственной близости к проводящей системе сердца. Иногда пациентам кашлянул или вдохнул в этот момент, да, и ты ему говоришь, не надо дышите поверхностно, если ты располагаешься в непосредственной близости, но он в какой-то момент может там, и катетер может съехать. Для таких зон существует метод холодовой абляции, когда это воздействие, даже если приводит к повреждению проводящей системы, оно на первых секундах и минутах обратимо. То есть ты можешь прекратить холодовое воздействие, и даже если повреждаются жизненно важные центры, это временное повреждение, оно полностью отстраивается до исходного. Я напоминаю, тема нашей сегодняшней программы «Аритмия». И с гостем нашей программы, Гончариком Дмитрием Борисовичем, мы говорим о лечении и диагностике этого заболевания. Дмитрий Иванович, мы не можем оставить группу пациентов, которые относятся к группе детей, и у которых тоже возникают аритмии. Вот в каком возрасте чаще и каковы основные причины? Есть врожденный характер аритмии. Есть генетически, мы говорили, и есть, скажем, предрасположенность. То есть, как бы, есть предрасположенность, но она может в жизни никогда не реализоваться. И в силу, как бы, определенных обстоятельств взросления, да, то есть эти аритмии чаще всего первоузловая тахикардия начинают в период полового созревания, дают о себе знать. То есть, как бы, он родился с задатками для этого дела, но реализуются они не с момента рождения. И поэтому большинство этих пациентов действительно начинают определять симптомы на сердцебиение где-то 10, 12, 15, 16 лет. Впрочем, встречаются дети, которые нуждаются в помощи врачей-аритмологов и в более раннем возрасте. Таких пациентов немного, но они есть. Болезнь пароксизмальная тахикардия, она может возникнуть в любом возрасте. Она бывает чаще всего врожденной, но клинически себя начинает проявлять приступами пароксизмальной тахикардии чаще всего к наступлению периода полового созревания, то есть с 12, 14, 15 лет. Однако у части детей начинает она себя проявлять из периода новорожденности. В числе таких ранних пациентов врачей-аритмологов 6-летний Максим. Максим из приемной семьи. У этого ребенка непростое детство было. Вот в настоящее время у него хорошая любящая семья. Вот, но есть одна болезнь, которая мешает ему полноценно жить. Эта болезнь называется пароксизмальная тахикардия. Тахикардия это мучила ребенка с рождения. Во время приступов тахикардии пульс учащался до 300 ударов в минуту. Ребенку, естественно, становилось плохо. Эта болезнь пугала ребенка, пугала его приемных родителей. И мы решили полечить его в этом возрасте, не дожидаясь возраста оптимального для лечения этой аритмии, это 12 лет. В Республиканском научно-практическом центре кардиология давно проводятся операции по устранению нарушения сердечного ритма у детей в возрасте от 5 до 18 лет.
день, вот, о котором мы сегодня говорим, он знаменателен тем, что именно решается проблема лечения нарушения ритма у деток. Вы представляете? Сама интервенционная процедура, она сложна у взрослого человека. А тут еще маленький ребенок. Это, как правило, вот, дети от 6 до 18 лет, а уж если говорим о 6-летнем ребенке, это значительно меньшие размеры сердца, это значительно более точные должны быть манипуляции рук специалиста, точная установка локализации очага аритмии, его прижигания, естественно, устранения этой аритмии. До недавнего времени источник аритмии в сердце устранялся при помощи высокой температуры по методике радиочастотной абляции. Но не всегда этот метод был безопасен для окружающих здоровых участков сердца. Поэтому было решено осваивать с помощью российских коллег новую для Беларуси технологию – криоабляцию. Впервые была выполнена фокусная криокатетерная абляция. Этот метод значительно более щадящий и позволяет в очень сложных местах, где высокий риск повреждения прилегающих структур, позволяет очень щадяще выполнить устранение того пути, который мы должны устранить, и сохранение нормальной АВ проводящей системы сердца. Это наиболее щадящий метод воздействия, наиболее безопасный. В отличие от традиционного метода, когда ткань нагревается, в этом случае ткань охлаждается. И сначала она охлаждается до минус 35 градусов. И в этом случае у нас появляется уникальная возможность выполнить как бы пробное воздействие. То есть те изменения, которые возникают, они носят обратимый характер. После того, как мы убеждаемся, что наше воздействие достигло цели, и оно никак не влияет на структуру нормальной проводящей системы сердца, температура понижается до минус 80 градусов. Эта международная операция имела под собой еще одну важную цель – обучение белорусских врачей новой методике лечения аритмий. Такая аппаратура, на мой взгляд, должна быть в любой клинике, которая занимается проведением подобных вмешательств у детей. Потому что у детей очень близкое расположение аномальных проводящих путей к структурам проводящей системы сердца, и поэтому требуется более щадящий, более прецизионный метод воздействия, устранения этих аритмий. Коллеги наши из России и наши сотрудники обмениваются опытом проведения такого рода операций. Ну, в медицине исповедуется принцип «секретов нет». Поскольку это дело носит такой гуманитарный характер лечения наших пациентов и реально оказывает действительно помощь людям, и мы это чувствуем. Важный момент – то, что мы как бы контактируем с коллегами из окружающие страны, не только у нас, как бы. Мы были во многих клиниках мира, Европы. Когда-то это начиналось с Прибалтики, из Литвы, преимущественно из России. Сейчас это страны Европы, ближние и дальнего зарубежья. Израиль, Соединенные Штаты. То есть мы учились у них, они приезжают к нам. И иногда операционные горячие споры о том, как бы, с участием разных людей, разных культур. Уровень аритмологии в нашей стране он соответствует уже и европейскому, и мировому уровню. Да, на самом деле, то есть, как бы, уровень, достигнутый в РНПЗ, кардиологии в частности, это немногие центры в Европе имеют такой объем оперативных вмешательств по нарушению ритма сердца, как мы. Современная медицина имеет в своем арсенале достаточно средств и сил для коррекции аритмии. Это может быть и медикаментозное воздействие, и даже высокотехнологичное хирургическое вмешательство. И эта помощь, оказываемая своевременно и квалифицированно, способна не только улучшать состояние пациента, но и избавлять его от болезни. Но мне остается пожелать вам беречь свое сердце и в целом здоровье, и попрощаться до следующего воскресенья.